Всем привет, ребят! Сегодня я буду играть в Murder Mystery 2. Ну и лава. Так. Офис. Библия. Рабочее место. Тут снова рабочее место. Это походу в башке. Давай. Бегу. Окей, меня будут замораживать. Я где-то слышала. Меня уже заморозили. Ну, пока меня бегу, разморозит. Бегу, ты где? Бегу. Ладно. Кто-то пытается, блин, типа, бля, не успела бежать. Я тоже. Прям на ходу. Ну, давай. Ха-ха-ха. Очень смешно, люди. Очень смешно. Я фея Финкс, блин. Где бегут? Люди, помогите. Пожалуйста. Ты нечаянно настигнешь? Нельзя яйца. Девочку разморозили. Собираем морозочку. Кого-то заморозили. Бежим. Не знаю, кто тут. Нет, не страшно. Тут бегун. Ты с ним бегу на морозочку. Ха-ха-ха. Просто отбежал, потому что он замахивался. Бежим спасать людей. Как-то толком никого нет. Не страшно. Он даже так долго бежит. Меня сейчас заморозят. Нет! Зачем я к нему побежал? Холодильник. Холодильники. Так вот, холодильники победили. Холодильники, привет. Кстати, кто играл, кто вообще, может быть, кто-то посмотрит, как я играю в Murder Mystery. И может быть, он играет сейчас со мной. Например, даже вот со мной. Посмотрит все. Пожалуйста, убить меня. Вот сюда. Ну, не ладно. Я сразу не сдохну. Либо стать героем. Ну это, конечно же, по традиции. Меня убьют первое, либо же последнее. Потому что... Всё. Блин. Ты вообще какашка, блин. А почему
не было пистолета, а как я его забрала, блин. Мне пожалуйста, взяли, убили. Печенька бегает. Ура, победа! Это уже среднее. Там уж там не так. Нет, герой. Круто. Убийца умерла, которая мне несколько секунд убила назад. Выжили 25%. Процентов люди. Не людей, процентов. Играют 10 игроков. Ну, сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, 7 человек. Нет, никто не минул. Побегаю. В этих местах я не была еще. Круто были, недалеко были. Тут на улице. Кажется ли это девочка, но она никого не убивает. Потому что... Как они сюда запрыгивают? Честно, не могу. Я могу так. Запрыгнула, дальше просто не позволяет. Карлик. Нет, слушай. А где я? Я с тобой. Убивай, убивай. Убивай. Нет, меня не надо. Меня нет, меня нет, меня нет, меня нет. Взять. Блин. Это что, блин? Да. Угу. Почитаем. Не выиграл. Круто тебя. Сидишь, убийца. Сидишь такая возле трупа. Не лочи. Я уже по собой. Шериф сразу сдох. Все понятно с вами. Давайте. Рабочее место. Ну, все за рабочее место. Кроме того мальчика. Мильбаза. Я не успел. Ты, шериф, сдохла, блин. Давай что-нибудь. Нет. Хотя бы не закрыли. Да, можно. Давай. А тут давай. Почему? Вот я мой. Не уходить. Я с ножом мышь. Сумка моя. У меня сумка, пистолет и нож. Еще банамку включить такое. Я мой фильм не ходить.
Ну, у меня вроде никто не делает такой. Что холодно, что вы берете? Я мой. Я сейчас напишу. Зачем я взяла в писать, а не ошибки. Сама пит. Не верю. Я знаю, что это мальчик. Мальчик. Тут уже место. Что-то вообще не перестрела, ничего. Может быть, убийца, вот что. А может быть, так. Я Мардер Мисса, не против, понимаете, люди. Можно удар, пожалуйста. Сама. Уже надо, типа, различать них прям. Иди нафиг, тупой. Все, я даже включать не буду. Тупой.
Короче, как видите, меня тот что делать? Я решила делать наоборот. Меня звать, я говорю, да. А потом просто нафиг убью. Ну, как всегда. И там просто... Ну, что? Все эти засадки. Люди, где? Помогите. Нет, человек. Там холодильник бегал. Он как убил меня без ножа. Ой. Как он заморозил этот тупой холодильник? Как так-то? Пожалуйста, меня разморозите, а вот этого мальчика не надо, он тупой. Пожалуйста. Холодильник. Побеждаем. Конечно. Ходил холодильник, он же не убивает. Там ничего не замораживает. Тупо холодильник вообще не отжигает. Чё себе? Типа уже первая села, сдохла. А я попросил. Вот третья серия. Прови. Делать я хороший. Тутки. Кстати, вот таких вот челиков я больше встречаю. Скорблок совлета вот без головы. Да. Вижу. А почему же скорблок больше не работает? Кстати, да, мне работает больше и дела. Может быть, это и правда. Я точно не знаю. Вот тут вообще тут кто-то перебит. Это моя валетка была. Грузовая девочка встала на дорогу. Даже идти не можешь. Герой спас день. Как бы еще ни разу не была убийцей. Круто, да? Я тоже думаю, круто очень. Вот эта девочка красивая. Задала тебе красотка. Пожалуйста, пожалуйста. Убийца. Куда? Надеюсь, шериф не убьет. Я просто убил. Давай. Вообще за руку нет. Что очень страшно. Как вас убивать? Сейчас убью шерифа. Вы будете меня спать.
Ха-ха. Просто не можешь один слово написать. Еще люди стоят. Она не видит. Наверное, уже последняя карточка и все. И пока. Алиса. Время. 16:50. Победа! Победа, это хороший конец, потому что победа! Но не моя. Ну, и теперь всем пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.